Здравствуйте, Людмила. Василий Афанасьевич, давно присаживайтесь. С вами. Да, на самом деле давненько. Думаю, что может быть даже чуть ли не год. Ну, правда, я вас вижу по телевизору. Ну, я вас тоже, да. По телевизору. Ну, да, иногда нас показывают тоже. Заседание муниципального совета. Да, на заседании. На самом деле рада, потому что за этот год много чего произошло и изменилось. Мне интересна ваша оценка. Но начать предлагаю с темы, которая сейчас у всех на устах, потому что совсем скоро исполнится 25 лет независимости Республики Молдова. Какую страну построили, Василий Афанасьевич? Ну, я хочу сказать, что несмотря на то, что я не считаю нашу страну несостоявшейся, как некоторые пытаются нам это доказать, я считаю, что наше государство состоялось. Состоялось, потому что оно имеет историю, то есть серьезный фундамент, на который может опереться. Его, правда, расшатывают, значит, в разные стороны, но он присутствует. Состоялось, потому что сформированы все атрибуты государства. Гимн, флаг, руководство, правительство, парламент, президент. Создана система выборов. Ну, с некоторыми вопросами, как во многих других странах демократических, но система демократических выборов руководства страны. Значит, создана какие-то традиции в различных ведомствах, преемственность определенная существует, правда, не везде, потому что мы до сих пор не научились осознать тот факт, что значит, для того, чтобы создать какой-то хаос, нужно постоянно реформировать государственные органы. У меня такое ощущение, что нам специально кто-то подсказывает это дело. Каждое новое правительство создает новую структуру. Значит, создаются новые министерства, ликвидируются старые. Чиновники, которые должны работать в поте лица во благо народа, значит, они не понимают, что будет с ними завтра. Это не очень хорошо. Вот. Но мы построили определенное государство, но это государство с давними традициями, с хорошей историей, оно все-таки достаточно молодое. И я бы предпочел дать такую оценку. Государство состоялось, но пока что мы тренировались. Пришло время, тот опыт, который получен в процессе тренировок, строительства и развития государства, теперь реализовать для его очень быстрого развития. Считаю, что главная проблема этого нашего состоявшегося государства все же заключается в том, что тем, кто управлял государством последние 25 лет, не хватало и не хватает знаний. Да, вот это интересно. Я считаю, что это главная проблема. Обычно говорят, политической воли не хватало. Политической воли. Ну, кому? Воронину, что ли, не хватало политической воли? Или там, я не знаю, значит, смотря на что, Василий Афанасьевич, хватало. Тому же Сангели. Давайте. Желаете что-нибудь попить? Да, пожалуйста, водички можно, боржоми. Мне американо. Спасибо. Холодно. Спасибо. Вот. Ну, я, правда, назвал Владимира Николаевича в процессе этого восьмилетнего управления. Все-таки знаний больше было, но все равно недостаточно. Не хватало знаний о чем? Первое, не было опыта перехода от социализма к капитализму. В мире был обратный опыт перехода от капитализма к социализму. Такого опыта не было. Значит, бывшая партийная элита, которая соответствующим образом воспитывалась, которая имела определенные знания, она имела школу, безусловно, но знаний о том, как строить рыночную экономику, знаний о том, как строить финансовую систему, знаний о том, как формировать налоговую систему государства, чтобы она стимулировала и в то же время собирала достаточно средств для социальных нужд, не было. Но зато появилось очень много советчиков разных. Помните, да? Ну да. Значит, сразу же, значит, нам стали советовать, значит, как ввести конвертируемую валюту. Вы помните, что на фоне инфляционных ожиданий, когда купон стоил 200-300% годовых, ввели лей. Никто не знал, что этот лей будет стабилен, по крайней мере, 4 года или 5. И вы помните, что в стабильном лее
Значит, мы брали кредиты по 230%, 300% годовых. При этом предприятия были государственные, возглавляемые красными директорами, которым обязательно надо было платить зарплату. Это нормально. Не было опыта строительства рыночной экономики таким образом, чтобы все были на равных условиях. Оказалось так, что новые кооперативы, которые создали и мы, в частности, могли все, но у них ничего не было. А государственные предприятия, возглавляемые директорами, мало что могли и многое запрещали, но при этом у них было все. Им разрешали продавать кооперативам, значит, излишки, понимаете? Дальше. Мы не очень понимали, зачем мы вводим стабильный лей. Значит, как только мы ввели стабильный лей, он стал свободно конвертируемым, он и сейчас свободно конвертируемый, сразу же наши товары стали исчезать с полки. Помните, трехлитровые банки сока были у нас, да? Это был прекрасный, отличный, свежевыжатый сок прямого отжима. Вместо него на полке пришли тетрапак литровый, значит, который делался и делается на основе концентрата, тоже натурального, но это концентрат. И все забыли про трехлитровые банки сока. Все кинулись покупать тетрапак. Стала исчезать промышленность, разрушаться консервная промышленность, стала разрушаться промышленность бытовой техники. У нас же были чайники, стиральные машины, холодильники, телевизоры. У нас все это было, понимаете? Пусть они отставали там на пару лет, но вся база для того, чтобы это развивать... Василий Иванович, я вас прерываю. Вопрос такой, что вы поэтому можете... Поэтому главное, не хватало знаний. Их и сейчас не хватает. Я вот смотрю на этого руководителя Нацбанка, хороший, симпатичный парень. Ну, знаний тоже недостаточно. Можно действительно подробно отвечать на этот вопрос, но я задам вам один такой контр. Это как там спросили, как дела, можно я скажу? Он начал отвечать. Искренне, да? Я не удивлена, что вы предпочтете говорить с точки зрения экономики, это вам ближе. Но для меня вот главным критерием, да, что произошло, состоялось ли Молдова как государство, является вот такая вещь. Удалось ли нам создать некую общность под названием молдавский народ? Я считаю, да. Что нет. И, на мой взгляд, вот все эти вещи, о которых вы говорите, они являются все-таки второстепенными при всей важности по сравнению с тем, что не удалось за эти 25 лет. Мы разобщены. Конечно, у нас люди, извините, у нас два лагеря, да, которые волком смотрят друг на друга. Кстати, хочу вас спросить, вас как-то, по-моему, вот правда это или неправда? Вы в каком-то из интервью предлагали страну переименовать в Дакию, было такое? Такая идея, вот со столицей я говорил, на берегу пруда. Я говорил об этом, значит, у нас есть такое, значит, движение унионистов. Угу. Часть проплаченная, а часть искренне считаю, что нам лучше объединиться с Румынией. Вот, и я являюсь противником этой формы унионизма по разным причинам. Вот. В частности, я познал хорошо историю своей страны, историю Валахии тоже, сегодняшней Румынии. Я хорошо понимаю, что та идея, которая была положена в основу молдавского государства, это идея, которая тянется от древних традиций наших предков. Это древняя фракийская, дакийская идея. Северные фракийцы, и эта идея, значит, и была олицетворена символами этого государства. Не случайно у нас бык, а там орел, понимаете? И это принципиально, значит, разница, когда один народ разделился на два государства, построил два государства. Учитывая, что наша идея является древней, мы ее унаследовали, оттуда и наша культура народная, я и считаю, что объединение, если оно и будет когда-то в перспективе, должно быть на основе либо молдавинизма, потому что молдавинизм лег в основу румынской и культуры, и лингвистики, значит, и музыки, и так далее, и так далее. Вот. Либо это государство может называться Дакия со столицей на пруту. Но это очень отдаленная перспектива. Если же вернуться к предыдущему вопросу, то вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Мы строили государство без того, чтобы положить основополагающие принципы. Да. Они заключаются в том, что это просто объективный закон.
название государства, название языка, значит, название нации мажоритарной, оно должно быть одинаково. Если этого нет, то слабое национальное государство имеет очень слабую перспективу. Вот это поняли, к примеру, государство Югославии, бывшее. Вы знаете, например, что боснийцы всю жизнь говорили на сербо-хорватском языке, а сейчас их парламент принял решение, что они говорят на боснийском языке. К примеру, черногорцы всегда говорили, значит, на сербо-хорватском языке, а сейчас они 2 года уже говорят на черногорском языке. И так далее, и так далее. То есть есть вещи, пусть даже наименование нации не имеет лобы перед собой исторические основания, как у нас, но имеет мощнейшие доказанные документы, как назывались молдаване. Так не хотят их читать, Василий Афанасьевич. Не хотят. Но если мы хотим строить государство действительно искренне, если посмотришь в честные глаза этих государственных шлюк, либеральных иногда, да, вот так, которые говорят, что они строят государство, мы им не верим. Но остальные, если они хотят действительно строить государство, демократы, либерал-демократы, коммунисты, социалисты, значит, мы должны четко положить в основу эти принципы. Наименование языка, наименование, значит, нации, наименование государства. Но я хочу вам сказать, что вот идея Марка Евгеньевича Ткачука, которая была положена в основу последнего устава и программы Коммунистической партии, я тоже не разделяю. Я не разделяю идею так называемой гражданской нации, значит, в нашем случае, потому что гражданская нация – это нация, которая строится обычно в государствах, которые, значит, являются многонациональными изначально. К примеру, Америка. Хотя Америка уже тоже становится национальным государством, что интересно. Завтра, да, они все американцы. Да, а да. Завтра они свой язык назовут американским. Потому что я общался как-то с австралийцем, который называл свой язык австралийским. Василий Павлович, ну разве это принципиально вот сейчас? В данном случае да. Знаете почему? Потому что нам нужен фундамент, от которого надо оттолкнуться. Фундамент может быть основан только на нашем нормальном, здоровом молдавском национализме. Потому что у нас очень красивая и хорошо описанная история средневековая. У нас очень интересная история древняя нашего государства. У нас очень много раскопано интересного. У нас очень интересная, богатая культура. Молдавская культура, если бы она изучалась глубоко, значит, то однозначно можно было бы сделать вывод, что это богатейшая европейская культура, с которой может сравниться только славянская. Ни одна западная народ не имеет такой богатой народной культуры. Вы знаете, что я имела в виду? Позвольте вот мне сказать, когда мы этот фундамент сформируем, у нас не получится диалога. Вы не позволяете составлять ни слова. Давайте постараемся. А у нас диалог должен быть, да? Да, так надо было предупредить. Я честно пыталась вам в начале программы об этом сказать. Вы знаете, то, о чем вы говорите, так оно красиво звучит, и даже многие с вами согласны. Наверное, есть такие периоды, когда... Ну, наверное, разумно сосредоточиться на том, что нас объединяет. Это так в плане языка, да, вот вы говорите, культуры, все остальное. Может быть, какие-то вот в плане языка, может быть, какие-то менее болезненные точки искать. Не знаю, вроде этим занимаются все, но пока безуспешно. Теперь о вас. Я пришла к такому выводу для себя, что вы далеко не демократ. Несмотря на то, что в свое время вы являлись членом Политсовета Демократической партии, и вообще вы были еще в движении Фурника, по-моему, такого. Да, но, а знаете, почему я пришла к такому выводу, что вы совсем не демократ? Ваши высказывания о диктаторских режимах. Вы так восхваляли, значит, те страны, в которых диктаторам удавалось, значит, экономику, да, уровень экономики поднять, в общем, страну, как говорят, поднять с колен. И совершенно очаровательно сказали так: диктаторский режим диктаторскому режиму рознь. Если диктатор является проявленным лидером, то это одно. А если диктатор является марионеткой тех, кто его туда поставил, то там успеха быть не может. Вы вообще не укладываетесь в нынешнюю политику властей. У нас же что, евроинтеграция, демократические ценности, права человека. Тут вы вот такую залипуху говорите. Вы не модный. Поясняйте, что имели в виду, зачем вам это надо? Ну, я же не политик на самом деле.
Нет, значит, вы политик. Вы политик, потому что вы занимаетесь политикой. Ну да, значит, политикой, связанной с практикой управления муниципальным кишином, хозяйством. Вот, но меня, конечно, политика интересует, и, разумеется, человек уже с моим опытом, который прошел какой-то путь во времена государства Советский Союз, Молдавская Советская Социалистическая Республика, и сейчас тоже, разумеется, у меня формируется какая-то своя точка зрения и на политику. Ну, не может этого не быть. Вот. Поэтому, конечно, не существует идеального режима, не существует, я думаю, значит, идеального строя, а существуют люди, которые приходят к власти. Значит, либо это люди подготовленные всесторонне для управления государством, либо это люди не подготовленные для управления государством. Либо эти люди имеют знание и желание сделать жизнь лучше своих, ну, людей, которыми они управляют, а это является главным профессиональным качеством политика. Вот. Я спрашиваю, это какое главное профессиональное качество политика? Одно, другое, третье. Значит, никто не говорит правду. Главная истина заключается в том, что главное профессиональное качество политика – это любовь к своему народу. Это стремление сделать свой народ счастливым. Если этого нет, то любой профессионализм, значит, оборачивается против этой страны. Чем умнее политик, тем он опаснее, понимаете? Если нет главного профессионального качества. Поэтому, если появляется такой диктатор, как Лукашенко, к примеру... А Лукашенко диктатор, по вашей системе, конечно, да. Я знаю те проблемы, которые вызывает этот стиль управления в Беларуси. Я имею там знакомых, друзей, в том числе те, которые пострадали, значит, от окружения, потому что невозможно все окружение контролировать, особенно силовые органы. Но, в общем-то, значит, человек уже, я не знаю, скоро 20 лет хорошо управляет государством. А вот придет у нас тоже такой диктатор и скажет, а мне не нравится Василий Афанасьевич Киртоков, вот не нравится он, мне и все. Вот мне не нравится, как он ходит, одевается, как дышит, а бизнес у него какой. И примет какой-нибудь такой закон, по которому заберут у Василия Афанасьевича бизнес. Вы к диктатуре по-другому станете относиться? А скажите, в Румынии что, демократия или диктатура, как вы считаете? Нет, вы не отвечаете мне вопросом на вопрос. Я про Румынию вам отвечу. Вопрос в том, что за красивыми терминами очень часто, значит, прячется самая разнузданная диктатура. Значит, и я бы сказал даже так, что некоторые формы современной западной демократии являются самой изощренной диктатурой. Просто люди этого не понимают. Что, значит, смотрите, в Румынии пересажали всю элиту практически, но там демократия. Значит, ну, а вы найдете вы найдете хоть одного невиновного? Смотрите, что Василия в Болгарии. Сколько... Нет, секундочку, если вы заговорили о Румынии, кто там был невиновен, кого посадили? Вот вы убеждены, человек невиновен, не крал, не брал, ведь в основном за это посажали. Знаете, значит, я в 90-е годы, значит, сталкивалась с разными ситуациями. Да, значит, и так получалось, что я бывал и в гуще каких-то процессов, значит, связанных с уголовными расследованиями. Там, на вас покушение даже совершали. Ну, было и такое. И я тогда хорошо видел, значит, как работает наша правоохранительная система. Значит, я хорошо понимаю, что отмазать можно любого, и обвинить можно тоже любого. И когда законы, значит, не совсем правильно расставляют там запятые, значит, а мы наивные ребята говорим, пацаны, что вы делаете? Там же можно точку здесь поставить. Вот. То у меня такое ощущение возникает, что это делается специально для того, чтобы держать, значит, народ на крючке. И в условиях демократического общества, презумпции невиновности, у нас такие напишут законы, что просто, значит, фас вот на этого и вперед. Главное, чтобы судебное, значит, и вся правоохранительная система была под контролем. Что происходит в Румынии? В Румынии вся судебная система под внешним управлением, в Румынии вся прокуратура под внешним управлением и все так называемые борьбы с коррупцией тоже под внешним управлением. Но это не значит, что я, значит, считаю, что во всех случаях это плохо. Но в данном случае, мне кажется, эти внешние управляющие перегибают палку очень сильно.
Ну, мне кажется, я вообще противник любого внешнего управления. Вы не ответили на вопрос в отношении... Это может быть и в демократическом так называемом обществе. Нет, ну вот если придет... Не понравился кому-то Стросс-Кан. Его взяли и обвинили непонятно в чем, так? Не, ну, значит, вот если вы так стремитесь человек, к диктатуре, может прийти диктатор, который точно так же поступит в отношении вас. И я не думаю, что вы тогда будете точно так же рассуждать. Меня удивляет, знаете что? Меня удивляет то, что мы, у нас нашу демократию можно назвать разнузданной. Да, что, вы говорили, ну, такая, не раз уже. Да, несколько раз говорил. Значит, а Белоруссия диктатура. А вы, но демократия все-таки. Я хотел сказать, да. Нет, послушайте, но... Все западные компании, крупные или очень большая часть, базируются в Беларуси. Почему представители демократического общества не идут в демократическую Молдавию, а идут в диктаторскую Беларусь? Потому что они идут к личности. Они видят, что эта личность может их защитить. Эта личность ведет политику, при которой тот, кто производит, тот, кто занимается бизнесом, кто платит налоги, значит, тот однозначно под защитой находится, они туда идут. Поэтому... Многие считают, Василий Иванович, что у нас тоже личность решает. И имя этой личности – Влад Плохотнюк. Вот многие наши гражданские активисты, лидеры оппозиционных политических партий как раз и говорят, что у нас диктатура. Я здесь больше склонен согласиться с мнением Владимира Николаевича Воронина, что Плохотнюк, несмотря на то, что он может решить сегодня любой вопрос в стране, реально все это понимают, значит, он мало что решает, потому что он лишен информации, необходимой для принятия решений. Значит, поэтому я как-то сказал в интервью, что являюсь сторонником того, чтобы человек, который все может в стране решить в силу определенных причин, может быть, нам, значит, и не всем нравится, как это произошло на самом деле. Вот. Но он является первым заместителем одной из правящих партий, самой крупной сегодня. Да? Значит, поэтому рычаги есть. Но для того, я являюсь сторонником того, чтобы этот человек был наделен, значит, необходимыми полномочиями и стал проявленным лидером. Потому что в этом случае мы поймем, может ли он действительно эффективно управлять этой страной. Но то, что желание есть, это совершенно очевидно. Если бы, значит, его кандидатура была в парламенте, вы депутат, вы бы за него проголосовали, как за премьер-министра? Конечно, другого выхода нет, потому что, значит, либо он двинет страну вперед, значит, либо, значит, у него будет совершенно другая незавидная судьба. Значит, премьер-министр, вся информация стекается туда, понимаете? Значит, для того, чтобы принимать правильное решение, необходимо иметь информацию, просчитывать разные варианты и принимать решения. Там вся информация, понимаете? Значит, кроме того, есть люди, которые умеют управлять временем влиятельных людей. Значит, ну, я как бы уже и по себе знаю, да? Значит, ну, которые постоянно организуют какие-то встречи, которые постоянно пытаются убедить, значит, лидера в том, что вот это очень важно, это не важно. И, знаете, не всегда ориентируешься. Поэтому, значит, твое время занимают совершенно ненужными вещами часто. Василий Афанасьевич, все это понятно, то, о чем вы говорите, если бы не одно «но». Вот когда этот человек все решал в стране, у нас украли миллиард. Да. Да, вот здесь вот ваши размышления, они абсолютно вот перечеркиваются только одним этим фактом. Это говорит о чем? О том, что если человек и дальше будет решать так все, то у нас, извините, будут красть еще. А то, что сейчас дают деньги, да, МВФ вроде пообещала, это чудо. И через полгода может случиться большой экономический коллапс. Как тогда быть с вашими рассуждениями? Ну вот смотрите, значит, первое, я не являюсь адвокатом кого-то, не являюсь ничьим человеком, значит, я считаю себя независимым человеком. Значит, но миллиард украли. Миллиард украли, значит, когда диктатуры не было. Вы же знаете, да? Значит, миллиард воровался на другом полюсе власти. Значит, и вот чем опасна вот эта политическая система алгоритма? Значит, она была придумана первый раз, значит, еще в конце 90-х, вы помните, она опасна тем, что партнеры, так называемые, делят власть по принципу, что вот ты в мои дела не вмешивайся. И смотрите, что творят представители либеральной партии.
Они хотите вырубают... сейчас всю ответственность на либералов? Нет, не хочу. Значит, просто это партия, которая, скорее всего, значит, у власти здесь не будет никогда. Значит, они тоже это хорошо понимают, это первое. Ну, смотря второе, что понимать под властью. У меня такое ощущение, когда ты занимаешь ключевые у тебя министерства, которые приносят деньги, да, то весьма относительно понятие того, что они не у власти. Согласитесь. Ну, вот смотрите, значит, в том-то и дело, что когда ты не смотришь вперед, значит, не смотришь вперед для того, чтобы опять тебя выбрали, для того, чтобы опять ты управлял, а ты хочешь просто сдать страну, то ты соответствующим образом правишь. Кроме того, нет подготовки. Вырубаются леса, значит, уходят водные ресурсы, значит, этот экологический фонд расходуется только на трубы и на канализацию, причем бестолково. Значит, все подряды отдаются, значит, соседней стране. Значит, дороги строятся существенно дороже, я считаю, чем могли бы строиться. Система образования, значит, у нас просто валится. Как можно закрывать школы, например? Да, здесь вы правы. То есть я хочу, значит, вам сказать о том, что когда власть сосредотачивается в одних руках, сосредотачивается и ответственность. Поэтому, значит, когда можно было сказать, вот Филат украл миллиард, сегодня же так говорится, да? Филат, нет, какой-то. Сейчас не так говорится, так Василий Иванович. Нет, сейчас говорится, что не только Филат украл миллиард. А еще и вы многие, знаете, да, многие тут другие. Уже другие фамилии называются. Но я вам больше скажу. Очень много в последнее время говорится о том, что все-таки организатор кражи – это господин Плохотнюк. Называется фамилия Ералов, да? И все, ну, вы же не можете конечно. Не считать то, что конечно. Происходит. Читаю, конечно. Да? Я хочу я сказать… Я читаю, но комментировать не могу, потому что у меня нет достаточной информации. Я просто, но я знаю хорошо, значит, что банки, значит, в те времена, значит, контролировались, конечно, не Плохотнюком. Это совершенно очевидно. Значит, а вы считаете, что здесь вопрос, необходим, секундочку, что здесь необходим прямой мысль. Контроль Нет, банков? Я хочу да. закончить мысль. Но я считаю, что дело чести Влада Георгиевича заключается в том, чтобы, как сказал Филипп, повесить экран. И, значит, каждый там день или каждый месяц показывать, сколько возвращено. Экран был, но сняли. И вернуть. Я считаю, что и аэропорт надо вернуть, тоже надо вернуть. Это однозначно. Я вам не совсем... И создать государственный банк, я считаю. Восстановить этот Сбербанк, значит, тоже надо сделать. Я вам не совсем верю. Или, если честно говорить, я вам не верю, когда вы говорите, что вы человек независимый. Ну, можете... Нет, ну, послушайте меня хотя бы, почему я так считаю. Я считаю, что вы не можете быть независимым, потому что вы бизнесмен. А у нас бизнес всегда зависит от власти. Так было, есть, я не знаю, если так будет, но, к сожалению, так происходит. От того, возможно, вот ваши такие рассуждения, что вы сейчас говорите о власти, так, как говорите. То есть вас считать человеком оппозиционным к власти на сегодняшний день нельзя? Вы кем себя? Вы ощущаете? Значит, ну, то, что вы не верите, да. Я на вас не обижаюсь. Потому что вы можете обидеться, но да, я уверена, да. что это вас, так. Я на вас не обижаюсь, но я вам хочу сказать, что каждый вопрос имеет много граней. Вот, абсолютно независимых людей вообще в принципе не существует. Значит, но мы, которые работаем в бизнесе уже много лет, и мы постоянно имеем дело с властью, значит, не только потому, что власть у нас что-то покупает, это в меньшей степени. Значит, а главное потому, что мы хотим внести в свой вклад в развитие этого государства, предлагая какие-то идеи и решения. И мы это делаем постоянно и контачим с властью. Я являюсь действительно бизнесменом чистым, который не ушел в политику. Значит, и именно в силу этой своей позиции я не могу быть в оппозиции к власти. Да. Я не могу окопаться, значит, и стрелять там по власти, по воробьям, значит, ждать, когда в стране станет хуже, чтобы кто-то пришел к власти. Значит, моя позиция это совершенно непонятно будет ни моим близким, ни моему коллективу, там, двум с чем-то тысячам человек, там, ни моим партнерам. Значит, и вообще моя позиция это будет неестественной. Поэтому всегда, значит, мы стремились к тому, что мы с властью сотрудничали. Мы всегда что-то предлагали, какие-то решения.
Значит, и мы это пытаемся делать и сегодня тоже. Но это не значит, что мы с властью ведем диалоги примерно такие. Какие вы хорошие, какие вы замечательные, вы все делаете хорошо. Вообще нет. Мы являемся очень неудобными. Поэтому с нами не так часто пытаются разговаривать. Потому что мы никого не хвалим, мы никому не делаем комплиментов, а мы предлагаем. И мы постоянно предлагаем. Более того, мы имеем выработанную четкую стратегию развития нашего государства. Мы ее не прячем, она даже опубликована. Спасибо, что вы так подробно высказались о своем отношении к власти, конкретно к Владу Плохотнюку. Это было очень важно. Вот за этот год изменилось ли ваше отношение к Владимиру Воронину? Потому что, когда вы шли на выборы, вы говорили все время одну и ту же фразу. Я не верю в доктрины, это все ерунда, я верю в личности. Вот за этот год много чего произошло в партии коммунистов. Я сейчас вам скажу одну вещь, вы можете на меня тоже обидеться, но это, тем не менее, это правда. Хотите вы или нет, вы будете очень надолго ассоциированы с партией коммунистов Республики Молдова. Даже несмотря на то, что вы беспартийный. За год много чего произошло. Произошел такой грандиозный раскол в парламенте. И очень многие люди, кто ушел, да, и говорили прямо эти люди, что мы ни в какой не в оппозиции, извините, эта партия просто-напросто исполняет прямые указания Влада Георгиевича. Ваше отношение к Воронину изменилось вот за то, что столько ожиданий было, а он их не оправдал? Я хочу вам сказать одну вещь. Давно вышел из того возраста, когда являюсь человеком нетерпимым к чужим недостаткам. Терпим к этим вещам. Но с другой стороны, я людей неплохо знаю. Я могу разобраться в людях. Понимаете? Я могу выделить главное в каждом человеке. И плюс обстоятельства, которые вынуждают их этому главному иногда изменять. Я часто людей прощаю, если они, скажем, меня не предают и не действуют специально против интересов государства, как это бывает у некоторых политиков. Мой союз на выборах в муниципе Кишинев с Владимиром Николаевичем являлся для меня опцией. То есть мне было просто это интересно. Я не планировал, мне неожиданно это предложили. Я быстро подумал, и как человек, у которого есть идеи развития этого города, которому было бы интересно попробовать себя при выборной борьбе, я на это согласился. Но я, кроме того, что подчеркивал это, я говорил о том, что я считаю, что это был лучший президент. Я знаю, что он совершал ошибки. Более того, я не говорил об этом, сейчас могу сказать, что у нас на эту тему были с Владимиром Николаевичем дискуссии. Я был неудобным другом, я говорил то, что думал. И с моей точки зрения, иногда Владимир Николаевич учитывал мое мнение. Безусловно, он ошибался. Но, в этом человеке есть очень важная вещь, он любит свой народ. Это первое. Второе, он чувствует на себе какую-то мессианскую роль. К сожалению, с возрастом мы меняемся. Мы по-разному ощущаем философию жизни. Мы по-разному религиозны. Да? Кто-то считает, что это единственная наша жизнь. Кто-то верит в теорию реинкарнации. Соответственно, когда нам 60, это одно, когда нам 70, чем-то это другое. Конечно, я хорошо понимаю, что Воронин – это не тот человек, который четко исполняет указания Плохотнюка. Если бы это было так, то сегодня в его фракции были те же 20 с чем-то человек, а может быть и 30 с чем-то человек. Это все значительно сложнее. Безусловно, диалоги определенные ведутся между ними, но все не так просто, потому что вы видите, что
Демократическая партия на протяжении последних там, 6 или сколько лет только бьет по ним. По союзнику так не бьет. Отобрали телевидение, отобрали депутатов. А я слышала другую версию далее, про телевидение, знаете? Вы знаете, я вам скажу, что значит, когда у человека есть своя версия, значит, угу, то все события укладываются аккуратненько, да, в эту версию. Да, это и вот в отношении вас также верно. Василий Афанасьевич, а кто вас так подставил, что написал, что вы будете в президенты баллотироваться от ПКРМ? А где написали? Ну как, вы даже это прокомментировали. Вы сказали, что у меня есть близкие друзья, с которыми мы любим собираться и подтрунивать друг над другом. Вот кто-то так вот надо мной подтрунивает. Я хочу спросить, кто так? Ну, с тех пор уже не было больше, ничего никто не говорил. То есть не хотите говорить. Это ваше право. Нет, я хочу сказать, что нет такого варианта. Не существует. А коммунисты должны участвовать в президентских? Я считаю, что да. Потому что вот Воронин как раз сегодня говорит одно, а завтра он как-то передумывает. Поэтому мне вот интересно, ну, нужно выяснить. С людьми бывает. Значит, знаете, вы журналисты, ребята, интересные. Значит, вы иногда задаете вопросы, значит, на которые все равно надо ответить. Вот. Угу. Получается часто экспромт. А потом придешь, думаешь, так, значит, ну, наверное, все-таки я погорячился. А вы знаете, мы журналисты, ребята интересные. Когда мы сегодня задаем вопрос, вы за евроинтеграцию или Евразес, мы подразумеваем, что человек скажет туда, или вообще никуда. А когда человек сегодня в один день говорит туда, а завтра он говорит, нет, все-таки мы в Европу, то как-то журналисты здесь не виноваты. Я не могу не вступиться за журналистов. Ну, может быть, меняются люди в этом плане, больше узнают, больше видят, больше поступает информации. Я уверен, что коммунисты будут участвовать в выборах, несмотря на то, что я не являюсь частью этой партии и не участвую в жизни этой партии. Вот. То есть вам не говорят в муниципальном совете, как нужно себя вести? Нет, абсолютно. Нет, вы сами принимаете решение. Мы принимаем решение сами на фракции. Вот. Но если есть спорные вопросы, значит, mm-hmm, между членом партии госпожой Высотиной и нами, значит, беспартийными, то эти спорные вопросы мы выносим, значит, на Владимира Николаевича. Ну, это было только один раз, значит, и, в общем-то, решилось, все нормально. Ну, поступили так, как Владимир Николаевич сказал. Нет. Нет. Мы в процессе дискуссии пришли к правильному решению. Хорошо. Вы меня все время убеждаете, что я не строю политическую карьеру, но политикой вы занимаетесь, потому что Кишиневский муниципальный совет – это политика. Ну, это всем понятно, потому что когда на выборах нашего генерального примара разыгрывается геополитическая карта, да, у нас же не состязание, кто лучше придумает генплан, да, а кто, значит, себя ассоциирует с кем. Вот за того, как бы предполагается, что люди будут голосовать. В отношении муниципального совета, вот эта инициатива сейчас по поводу отставки Киртуака, ваш прогноз, она может увенчаться успехом, либо демократы все-таки своих братьев меньших, либералов, все-таки не сдадут? Я считаю, что позиция демократов пока что правильно. Значит, я не вижу, чтобы демократы мешали этому процессу, потому что этот процесс невозможно законными методами остановить. А почему они должны это делать? Почему? Разве они договорились о коалиции для того, чтобы они губили экологию и природу, для того, чтобы они губили город, для того, чтобы они губили систему образования? Они что, разве об этом договорились? Честно говоря, я не знаю, о чем они договаривались. Но если демократы, значит, собираются, они к этому идут, значит, на какой-то срок, значит, быть мажоритарной партией, очень влиятельной в стране, значит, то у них просто нет выхода, как душить, значит, своих партнеров по коалиции там, где они не правы. Поэтому я считаю, что если демократическая партия пойдет навстречу, значит, ГИМПу и вставит, значит, ну, то есть препоны влияние будут ставиться. Я считаю, это будет большой ошибкой со стороны Демократической партии. Очень большой. Но вы не исключаете такого варианта? Ну, я надеюсь, что этого не будет. Это, на самом деле, этот вопрос очень важный. Они не должны в это вмешиваться, потому что, понимаете, человек довел город до ручки, и он этого не понимает.
Значит, он пользуется, значит, тем, что, опять же, многие электорат обаян его молодостью, значит, красноречием, значит, скороречием. Вот, но ведь нам нужно хозяйство. Понимаете, и тут работает демагогия. Значит, человек тратит наши чужие деньги в два раза менее эффективно, и при этом говорит, что вот я что-то делаю. Я понимаю, я делаю, когда исчезли киоски с улиц, это делаю. Когда исчезли панно рекламные с улиц, несмотря на то, что у нас их 50, как я говорил, значит, это делаю. Когда благоустроены дворы, в дворах ямы, в дворах грязь, значит, в дворах неухоженность, значит, когда у нас отремонтированы школы, ему отсутствие утвержденного бюджета не мешает, значит, платить румынским компаниям деньги и строить Штефана Челмаря, пробки организовывать. Ему не мешает платить зарплату, значит, себе и остальным. Ему не мешает делать другие расходы, но ему мешает ремонтировать школы. И сегодня его, извините, шапки выходят на телевидение и говорят, что вот видите, за то, что муниципальные советники вовремя не приняли бюджет, наши дети будут нюхать краску. Ну, это же, понимаете, ну, много на кого претензий, рассчитано? Я не знаю даже, вот, кого может устраивать его работа. Возможности демагогии беспредельны. Вот на демагогии держится вот эта наша городская власть. Но пора с этим покончить, понимаете? Пора, соглашусь. Я не знаю, сколько будет бюллетеней у кишиневцев 30 октября. Это к тому, все-таки удастся этой инициативной группе добиться, да, этого или не удастся. Ну вот к президентским, если выборам. Вы видите такую кандидатуру на сегодняшний день, которая могла бы объединить граждан нашей страны? Ну, я немножко сделал замечание. Думаю, что вполне вероятно, нам не удастся провести референдум об отставке во время президентских выборов, и мы его проведем через полгода. Если же говорить о президентских выборах, я не вижу такую кандидатуру. Во всей стране? Я не вижу такую кандидатуру. Значит, но я вижу как бы вариант, когда какая-то кандидатура, значит, может уравновесить какой-то вектор. Значит, сегодня страна разделенная, значит, практически пополам по своим предпочтениям, к сожалению. Значит, одни на запад, одни на восток, и пока не появилась, значит, мощная промолдавская сила, значит, я надеюсь, что она появится. Конечно, значит, тут надо говорить уже о балансе. Мы видим, значит, премьера, который скорее он прорумынский, прозападный. Мы видим другую часть демократической партии, которая занимает центристскую позицию. Значит, я вот смотрю на господина Лупу, на того же Плохотнюка, они явно молдаване, промолдавские, идеологические люди. Вот. Может быть, был бы смысл уравновесить это каким-то там левоцентристским или левым президентом. За кого проголосует Василий Киртока? За представителя власти или оппозиции? Я не говорю сейчас по фамилии. Ну, давайте посмотрим всех кандидатов. Пока что. Этот вопрос просто стоит просто. Если за представителя власти, значит, получается, что устраивает то, что происходит. Если представитель оппозиции, вы дадите шанс сделать лучше, потому что то, что происходит сегодня, вас категорически не устраивает. Вы понимаете, я все-таки считаю, что сегодня то, что происходит, формирует огромную перспективу для нашей страны, потому что хуже быть не может. Может быть, знаете, как говорит первый и второй президент, одну фразу всегда говорят, люди, лишь бы не было войны. Ну да, да. Ну, страна через это прошла, я думаю, дважды в одну репу входить не будем. Я бы хотел дождаться все-таки всех кандидатур, вот, и тогда определиться, потому что могут быть интересные сюрпризы. Вдруг найдут человека, по которому скажем, да, действительно, значит, этот мог бы, да, он там, значит, несколько будет зависеть от власти, значит, но человек достаточно самостоятельный, вопросов к нему нет. Кто его знает? Может есть такой. Мне говорят, там президент Академии наук, ну, хороший человек, мы с ним давно знакомы, но он явно проявил свою позицию. Да. Так? Значит, он проявил свою позицию, то есть он... То есть, значит, он представитель вместо того, чтобы, да, определенных политических сил все-таки. Чтобы развивать, к примеру, там, молдавскую историографию, там, развивать молдавскую лингвистику. Нет науки у нас такой, оказывается, в стране, лингвистика. Понимаете? У нас есть филологи, а лингвисты нет. Значит, человек проявил, уже говорят про председателя Конституционного суда. Значит, ну, тоже, ну, не глупый человек, но он тоже себя проявил. Ну, говорят про Дугу, вытер например. Просто вытер ноги о Конституции, да. Наш председатель. Хороший человек тоже, мне нравится.
Значит, опять же, значит, композитор Дога, значит, писал очень хорошую музыку, выдающуюся. Я считаю, что, значит, его сонет, значит, там потом есть «Ручеек», выдающиеся вещи, там, или «Вальс» известный. Это шедевры 20 века. Вот. Как только уважаемый маэстро, значит, начал на всех обижаться, значит, заниматься политикой, рассказывать нам, кто мы, значит, Бог отвернулся, нет музыки, понимаете? Я, значит, может быть, господин Дога меня слышит, значит, я очень уважаю, значит, то, что он сделал, значит, но мне кажется, что в последние годы, значит, он не консолидирует. Я думаю, господин Дога не может быть президентом, консолидирующим нашу страну. Значит, может быть, понимаете, появится. Вот эти фамилии, которые я назвал, для меня тоже были неожиданные. Я вот слышал их, да. А может, кого-то, я сам не задумывался. Если, значит, задумаюсь, может, и сам что-то там предложу. А вы не задумывались, что если этот референдум состоится, я имею в виду за отставку Кертака, и народ проголосует, и он с позором, да, его снимут с этой должности, вы будете опять пробоваться на пост генпримара? Об этом вы не могли не задумываться. Я буду просто в том случае, если я буду понимать, что я гарантированно выиграю. Потому что я, значит, понимаете, я попробовал один раз, мне было интересно. Значит, я как бы, как я пошутил, один друг меня спрашивает, ну как вообще, ты понял, да, значит, как выборы? Я говорю, да, я понял, значит, я очень хорошо теперь понимаю, как набрать не 4,3%, а 4,5%. Денег не жалко, да, Василий Афанасьевич, денег не жалко. Ну это же интересный опыт. Вот. Конечно, я не олимпиец. Значит, если конъюнктура сложится таким образом, что я увижу, что у меня шансов нет, я баллотироваться не буду. Спасибо вам за ответ. У нас очень мало времени. Хотелось поговорить о национальной идее. Хотя понимаю, что коротко, наверное, здесь не скажешь, потому что сколько лет уж ищут. Всем понятно, кроме власти, что евроинтеграция уже не годится на эту роль, но власть все равно упорно нам говорит, что у нас это самое главное, понимаете. Не может быть национальной идеей то, что не разделяет больше половины общества. Не так, очень. Да. Но если необходимо что-то, чтобы людей объединяло, можете очень коротко примерно Конечно. Предложить? Средневековая Молдавия – это государство, которое 200 лет было одно из самых богатых государств, значит, может быть, Европы. Это государство, которое, значит, контролировало Черное море, флот был заметен на Средиземном море. Это государство, которое, значит, привлекло к своему развитию, значит, независимо от национальности, значит, людей, которые умели торговать, которые умели заниматься экономикой. Это и генуэзцы, значит, это и евреи, это и армяне, это и казаки, значит, это и сами молдаване тоже. Вот это вот надо вот копать, изучать. Конечно, мы должны оставаться здесь. Значит, мы должны дружить со всеми, значит, это должно быть положено в основу национальной идеи. Но я хочу сказать, что национальная идея молдаван, она очень хорошо изложена, значит, на одном известном сайте, вот, который говорят, что он принадлежит Игорю Николаевичу Додону, но я уважаю Игоря Николаевича, но он ему не принадлежит. Это сайт общественный moldoveni.md, там можно его найти. А он не принадлежит Василию Афанасьевичу Кертоку? Ну, мы как бы нет, это нет, да? Очень большой коллектив. Работает, мы просто немножко знаем. Я благодарю вас за эту беседу и в конце подвожу какие-то итоги, говорю впечатление о моем госте. Вы производите впечатление человека, который очень неплохо живет. И вот, знаете, когда говорили в одном известном стихотворении владелец, да, заводов газет-пароходов, то вы практически, это о вас. Ну, у вас фабрика, а не завод. Да? Вместо газет информационное агентство, вместо пароходов у вас машины. Все не так плохо. Я желаю вам, наверное, больше в своей позиции. То, о чем вы говорите, что вы независимы, истинная независимость. Чтобы на самом деле все ваши мысли, они воплощались в жизнь. Тогда, возможно, вы будете более довольны тем, что вы делаете. Хорошо, спасибо. Спасибо, Людмила. Ну, я просто знаю людей, у которых есть и пароходы и так далее, но они несчастны. Да. Вот. А мне нравилось жить, когда, значит, мое имущество заключалось, значит, только в кошельке и в 100 рублях в месяц, которые я получил.
все зависит от отношения к окружающему миру. Можно быть счастливым на драном диване, значит, и несчастным на, значит, диване. Не, ну вы счастливы, у вас вечно какие-то идеи, у вас много проектов. Вы очень, да, разносторонние, да, в этом плане, поэтому интересно в этом плане. Сомнений вот. У меня в этом отношении нет. Спасибо, спасибо вам, Людмила. Да, вам приходите. Тоже желаю успехов. С вами всегда интересно разговаривать. Спасибо вам. Вы смотрели спасибо. Программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.